Если вы думали, что Катетид – это безопасный кузнечик, вы глубоко ошибаетесь, поэтому обязательно досмотрите ролик до конца. Катетиды – не ядовитые насекомые, но если он укусен своими ротовыми придатками, то может внести в организм человека инфекцию, которая в дальнейшем прогрессирует и внутри раны образуется гнойное скопление. Немедленно обработайте рану спиртом. Для облегчения состояния можно подержать пару минут палец в растворе хлоргексидина. Через час палец все больше воспалился, появились судороги. Приложите противоаллергийный гель к месту укуса, чтобы снять отек. Если хотите видеть последствия укуса, то переходите в мой телеграм. Ссылка в шапке профиля.